Компания BM Power представляет новую систему энергоснабжения на основе новой технологии водород-воздушных топливных элементов для беспилотных летательных аппаратов и иных роботизированных комплексов. Энергетическая установка на топливных элементах – это альтернатива аккумуляторным батареям, позволяющая при сопоставимой массе и габаритах хранить до 10 раз больше энергии. Топливные элементы позволяют извлекать электроэнергию из водорода напрямую, минуя низкоэффективные процессы горения. Вырабатываемая электроэнергия используется для питания электрического двигателя и других систем беспилотного летательного аппарата. В топливном элементе происходит управляемая электрохимическая реакция окисления водорода. На катализаторе анода молекулярный водород диссоциирует и теряет электроны. Катионы водорода проводятся через мембрану к катоду, а электроны отдаются во внешнюю цепь. На катализаторе катода молекула кислорода соединяется с электроном и пришедшим протоном и образует воду, которая является единственным продуктом реакции. Разработанные командой BM Power технологии позволяют осуществлять запуск и эксплуатировать систему при широком диапазоне температур. Использование топливных элементов для беспилотных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки позволяют запасать до 10 раз большее количество энергии по сравнению с традиционными решениями на аккумуляторных батареях. Фактически запас хода летательного аппарата определяется количеством водорода на борту. Энергетическая система на топливных элементах BM Power позволяет существенно нарастить вес и расширить вариативность полезных нагрузок дрона. Решения для беспилотных аппаратов самолетного типа по сравнению с двигателями внутреннего сгорания позволяют достичь лучших характеристик по продолжительности полета. Эксплуатационные особенности разработанных топливных элементов не требуют дополнительных проверок и не имеют сервисного интервала, в отличие от двигателей внутреннего сгорания. К преимуществам технологии относятся отсутствие вибраций, шума, а также трущихся и смазываемых частей, что исключает необходимость проведения регламентных работ и снимает проблему отказа при низких температурах. Энергетическая система на топливных элементах BM Power создана в соответствии с международными стандартами водородной энергетики и полностью безопасна в эксплуатации. Хранение водорода может осуществляться в сверхлегких композитных баллонах различных форм и размеров, а также с помощью химических источников, хранящих водород в твердом виде. Энергетическая система позволяет запасать более 500 ватт-час электроэнергии на килограмм своего веса. Поставляемое портативное устройство для заправки водородных баллонов позволяет осуществлять автономную и быструю заправку топливной системы летательных аппаратов. Топливные элементы BM Power – это будущее беспилотных летательных аппаратов, позволяющее радикально расширить спектр их применения и набор решаемых задач.